Всем привет! Вы давно просили показать, как из пельменей сделать фрикадельки. Смотрите, есть пачка пельменей. Открываем. Потом берем пельмень, очищаем его от скорлупы. Внутри мясо. Мясо обжариваем на сковороде, получаются фрикадельки. Из скорлупы можно приготовить еще одно блюдо, суп с клёцками. Не благодарите! Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо! Друзья, всем привет! Вы давно просили рассказать, я снимаю для вас этот ролик. Давай заново.